Да, давай, расскажи нам, расскажи, мы не знаем, что ты, что На камеру или сюда? ты можешь мне рассказать, можешь на камеру, что спиной не поворачивайся, только вот полоборотом, вот встань поглубже, чтобы тебя и мальчишки видели, да, вот сюда, и чтобы ты сядь, пожалуйста, вот сюда. Сядь, Песенка пожалуйста. Даврана из кинофильма «Приключения Даврана». Угу. А про что эта песня? Расскажи своими словами, А, пожалуйста. песня про мальчика, который в Туркменистане гуляет, и у него появились новые друзья. Но сначала у него были лесные друзья. Он знал язык птиц, джейранов и всяких других животных, которые находятся в Туркменистане. Но потом из школы приехали ученики отдыхать в Туркменистан, и у него уже появились Новые друзья, друзья-дети. новые друзья, да. Он жил, скажем так, одиноко, да, а потом у него появились друзья. Нет, он жил с отцом. Ну, в Вот смысле, так. у него не было друзей, а потом они у него Да. появились, я в это имею в виду, да. Все, хорошо, давай, ты нам исполнишь, потом мы с ребятами немножко обсудим и придумаем такой Игру. небольшой номер, да, то есть ты приготовься сразу, Дарья, что тебе, сейчас ты стоишь, ты сейчас вспомнишь, споешь, а потом тебе придется как бы немножко существовать, вот как взрослому артисту, если бы это был там фильм или это была бы кусочек из спектакля, ты бы не, ну, тебе бы не совсем как бы сценично было просто стоять, да, и ребята тебе будут помогать выполнять какое-то действие, какое мы сейчас придумаем, да? Давай, спой сначала нам песню. Смотрите, что мы сейчас будем делать? Да, у нас первая часть этой песни, первый куплет этой песни, да. Я хочу сказать нашим зрителям, что ребята первый раз, ну, не первый раз, кто-то, может, первый раз эту песню услышал, кто-то просто, они первый раз в этом участвуют, сейчас все будет происходить в режиме у вас на глазах, да. Мы сейчас будем из этой песни делать, скажем, своеобразный кусочек из спектакля, концерта, да, театрализованного представления, да. Ребят, смотрите, поняли, о чем песня, да? Кто может рассказать? Кто понял, кто готов? Давай. Мальчик изначально, как бы его друзья удивляются, что он понимает язык птиц, цветов, то, что он до этого еще фактически не был ни с кем знаком. Угу, угу.
То есть он такой, скажем, немножко Маугли, который живет... чуть-чуть скажем, отличается. Отличается, да, от всех остальных, все как бы вместе, а он не такой, как все, скажем так, да? А потом в итоге вот он становится душой большого коллектива, да? Да, 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 правильно, абсолютно верно. Смотрите, у нас есть первая часть, да, когда появляется, скажем, наш герой и вот рассказывает, какой он, да. Соответственно, вы сейчас, давайте мы сделаем такую вот, у нас уже становится традицией, импровизированную дверь, да. Это будет у нас дверь. Вы прячетесь туда за нее, уходим за дверь. Смотри, Дарья, ты не уходишь. У тебя будет другая дверь. Ой. Микрофон не работает. Вот смотри, у тебя эта дверь, да? Ребят, вы пока там стоите. Вот начинается музыка, да? Да, начинаем. Смотри, да, стоп, спасибо. Что делаешь ты, да? Ты выглядываешь с этой стороны, с левой стороны, ты выглядываешь снизу, смотришь, да, никого ли нет, потом перебегаешь сюда, выглядываешь сверху, смотришь, да, озираешься. Сейчас я тебе чуть поближе сюда поставлю, чтобы тебе было видно, да? Озираешься, да, никого ли нет, потом снова с этой стороны выходишь, это твоя поляна, где ты всегда гуляешь, где ты всегда... отдыхаешь, да, ты выходишь сюда на вступление, да, и перед тем, как петь, ты садишься вот так вот по-турецки, да, ну, как бы позу лотоса там называется, да, вот, давай ты кусочек отойдем, выглянул, побежал, выбежал, да, давай еще раз, смотри, прям смотри, тебе нужно тара-дарам-пам, выглянул, спрятался, потом второй раз сверху выглянул, спрятался, потом вышел сюда, когда ты вышел, ты же должен посмотреть, все ли тут так, как ты оставил вчера, допустим, да, посмотрел по сторонам, сел и вот отсюда уже начал петь, да, давай еще раз. Так, еще раз, готов, зарядился? Выглянул. В другую сторону. По сторонам. Сел. Дари небо, мне дари мелозу твою, хорошо мне жить на солнечном краю. Ага, стоп, смотри, стоп. Слова мне скажи теперь текстом, без вокалов. Дарит небо мне, дарит мне лазурь свою, хорошо мне жить на солнечном краю. В нашем солнечном краю, да. Вот ты сидишь, и солнышко светит, да, травка пузико щекочет, да, сидишь и делаешь подтягушки, дарит небо мне лазурь свою, потом как бы назад откидываешься, да, вот, ну, вот ручки ставишь и говоришь, хорошо мне жить, и ножки как бы выставляешь, да, как, ну, вот как ребенок, да, сидит, вот болтает в нашем солнечном краю. Это у тебя такой кусочек. Давай, прямо с дарит небо. Сел уже сел. Потягушки. Дарит небо мне, дарит небо. В сторону, потянулся, прям как будто выспался. Хорошо мне жить в нашем солнечном краю. Да. И опять, да, заново? Нет. Два раза, да? Два, я помню, да. Второй уже по-другому будет. Ты одно и то же хочешь? Это же не зарядка, да? Это же не зарядка, подожди, все. Дальше другое будет, вот. Смотри, Дарья, прямо вот когда тянешься, типа, ой, вот хорошо, вкусненько потянулся, да? Не просто сделать так, как тебе удобно, чтобы тебе удобно было петь, там, да, вверх, в стороны. Вот, мне не важно, в какую сторону ты будешь руки делать, чтобы тебе было удобно, да? Можешь невысоко, да? Но это сделай вот кайфани, в общем, от этого, да? Хорошо. Утром, когда просыпаешься, классно же потянуться, да? И вот он так же, он там сидел у себя где-нибудь там в темной комнате, тут вышел, тут солнышко, тепло, хорошо, дарит небо, да? И вот так вот, ой, хорошо, я люблю, да? Поболтал ногами, тоже поболтал ногами с удовольствием, да? Потом, вот ты сидишь прямо, так ты ножки вот сюда так перенимаешь, да?
И вот на руки, обопрись на руки, да? Да, и второй раз дарит небо мне лазурь свою, повторяешь, да? Да. Вот. И потом переворачиваешься, наконец, хорошо мне жить в солнечном краю, да? Ну, только ты не на плечи, а на, да, вот так вот, да. Угу. Да. Давай еще раз. А, прям заново. По-турецки, с позы, когда ты сел по-турецки. Дарит небо мне, дарит мне лазурь свою, хорошо мне жить в нашем солнечном краю. Поменялся? Дарит небо мне, дарит мне лазурь свою. Развернулся. Хорошо мне жить в нашем солнечном краю. И прям можешь лечь, да? Смотри, прям вот, вот так пересел, да, вот потянулся и прям можешь. А, класс, я лег загорать. Да, да, хорошо. Да, какие дальше слова? Скажи зрителям, скажи спокойно. Сейчас. Так. На степных просторах бархатистых я как ручей звонкий песенки пою. Вот, это ты поешь лежа. А поешь лежа, отдыхаешь, да, вот лег и поешь песенки себе. Знаешь, как в мультике я на солнышке лежу и на солнышко гляжу. Вот, как в мультике. Давай, еще раз. По-турецки. По-турецки, да. Дарит небо мне, дарит мне вазу свою. Хорошо мне жить на солнечном краю. Дарит небо мне, дарит мне вазу свою, хорошо мне жить в нашем солнечном краю. Но, друзья мои, на степных, да, да, давай на степных, с этого, прямо отсюда. На степных просторах бархатистых я как ручей звонкие песенки пою. Дальше про друзей, да? Нет, это дальше на... Да, а, дальше. Два раза, да? Я перепутал со вторым просто. А, дальше, это два раза одно и то же. На степных, да. Смотри, на степных просторах бархатистых повалялся, да? Да? Когда у тебя идет такой маленький проигрыш в музыке, да? Угу. Да, вот ты лежал, и перевернись вот прям на бок, да? Прям вот ты лежал, вот так перевернись, да? Вот так вот, да, на бочок перевернись. Давай. На степных первый раз, когда ты лежишь. На степных просторах бархатистых я как ручей звонки песенки пою. Боком. На степных просторах бархатистых я как ручей звонки песенки пою. Да, да, стоп, да. Смотрите. Теперь ребятам будет задание. Вот когда у Дарья идет второй раз на степных просторах бархатистых, вот он лежит на степных просторах бархатистых, как ручей звонкий, я песенку пою, вы ничего не делаете. А потом идите сюда, кто... Да, выйди. Смотри, вы иди вот ты сюда, ты с правой стороны. С правой стороны. Ты снизу, садимся, вот так вот садимся. Ты выглядываешь снизу, выглядываешь, да, что он там делает, поет. Ты с той стороны выглядываешь, ты вставай. Ты вот чуть-чуть повыше выглядываешь, да, вот здесь вот что он делает. Ты прям снизу, сядь, садись вниз, и ты снизу, да. А ты вот здесь вот, а ты над ним, да, вот одни головы такие, хоп, высунулись, да. Посмотрели на него, что он лежит, да. Повернись, ты вот уже перевернулся боком, спел вторую часть, да? Посмотрели и спрятались. Идет проигрыш. Можно попрошу вас сыграть проигрыш? Мы спрятались, да, вот. А, вот это картон. Да, да. Смотрите, да. Да, стоп, да, смотрите. Вот на этот проигрыш, вот вы выглянули, когда у него на степных просторах бархатистых выглянули, спрятались, да, пошел проигрыш. Ты лежишь туда спиной, да, смотришь, ты их не видишь. Вы выходите, прям крадучись, да, вот прям можно, во, отлично, вот так вот выползай, прям крадись. Идем, кто-то идет, кто-то ползет, да, как идем к нему, да, и окружаем его. Да, и в конце проигрыша, да, вам нужно его коснуться, типа, бу, да, напугать, бу, да. Смотри, а ты можешь сделать так? Вот они тебя, ты лежал вот так вот, да, кайфовал, да, тыры-тыры-тыры-тыры-тыры-тыры, ты как будто бы не видишь, что они подходят, и когда они тебя тронули, ты делаешь так, прокатился и сел, такой, о,
Понял? Попробуй. Это значит вот так, да? Катись! Катись! Сел! Посмотрел на них! Куплет, да? Да. Ну, давай. Все, поем, да, второй? Не-не-не, давай сейчас это сделаем. Да, ребята, спрячьтесь. А ты, Дарий, спой нам, пожалуйста, на степных просторах бархатистых, когда ты лежишь еще. Да, потягу. Не-не-не, первый, можно первый, когда он лежит? Первый. Да, ребята, готовьтесь. Готовьтесь, рано. Как ручей звонкий, песенки пою. Выглядывай. На степных просторах бархатистых. Спрятались. Как ручей звонкий. Сейчас будем уходить. Песенки пою. Пошли, крадемся. Тихо, чтобы он не заметил. И бух. Так, стоп, подожди. Зачем да. так сильно толкать? Да, не толкайте сильно, у него же микрофон отвалился. У тебя есть карман? Есть, его вот сюда спрятали, я не знаю. Да, как. Нужен он в трансляцию. Не толкайте его сильно, а то у него вылетит микрофон или снимется, да? Как бы просто вот, мы его... Он сам прокатится, да? Просто как бы дали ему импульс, да? Помните импульс, который мы прорабатывали, да? А я его увеличу. А ты его увеличишь, абсолютно верно, да. Все, урок усвоен. Да, можно вот с этого та-та-та-та-та-та. Стоп. Стой. Давай. Так. Сел, посмотрел на них. Я люблю тебя. Вот ты посмотрел на них и как бы чуть-чуть к ним туда продвинься, да, вот так вот по сторонам, посмотри, сколько их, да. И потом на «Я люблю тигров» вставай, и вот начиная с того конца, иди и им каждым. А вы садитесь вот как по-турецки или вот так, как вам удобно, да. Ага, давай, сейчас тебе микрофончик сделаю. Вот смотри, посмотрел, вставай, пошел текст «Я люблю тигров», да, и отсюда, вот где я, отсюда. Идешь и каждому скажешь, я люблю тигров, да, люблю беркут, а вы смотрите на него и думаете, ну да, я там, я тоже люблю тигров, я такой, вот, что-то беркутов я не очень люблю, да, как бы мне больше тигры нравятся, а беркуты как-то, ну, что-то не то, да, там, кого там еще? Джеран. Да, кто это? Ну, это, ну, типа, похоже на маленьких оленей. На маленьких оленей, да, ну, не знаю, рога им сделай, вот, я люблю, Джераном я давно привык, да, вот прям как бы вот одной рукой ему, а другой рукой ему, да. И вы друг на друга посмотрите, да, и такие, он странный парень, да, то есть друг с другом переглянулись и на него посмотрели, да, типа, ты из нас хочешь сделать оленей, да. Потом, что-то, кто там у тебя еще? Из Англа пошел. Да, теперь тигров. Ему говоришь, ну, я, понимаешь, я тигров люблю, ты любишь тигров, да? И такой, ну, так. Они тебя не понимают, да, смотри, ты им говоришь, что какие твои ценности, да, что тебе нравится в этой жизни. А у них ценности Sony PlayStation, не знаю что, какая-нибудь этот компьютер, телефон, да. То есть у тебя там тигры и джираны, они такие, слушай, давай лучше в плойку поиграем, пойдем, да? Давай лучше в FIFA 24 поиграем. Да, понимаешь? FIFA, да, а ты им предлагаешь, у них новая приставка дома стоит, а ты им предлагаешь с оленями гулять. Да, то есть они тебя не понимают от слова совсем. Давай, лежи, сел, уже сел, они тебя толкнули, сел и пошли про тигров, да? Рассказ про тигров. По сторонам. Вставай. Я люблю тигров, беркутов люблю больших, и джиранам я давно привык. Я люблю тигров, беркутов люблю больших, и джиранам я давно привык. Вот, сейчас будут друзья. Смотри, он показал, ты можешь показать последних джиранов, показать на себе, что я люблю этих оленей таких, да, с рогами, да. Ребят, вы чуть-чуть как бы от него сюда, да, и встаем. Когда, ну, отползли, потому что он... Сумасшедший. Немножечко не в себе.
у него перегрелся на солнце, да, солнечный удар, да. Встаем, но друзья мои, да, как бы встаем и смотрим на него, да. Там, как ты слова, скажи нам слова. Но друзья мои, все удивляются, то, что знаю, не. Давай, вспоминай слова. Давай, давай, но думай, друзья, думай, думай. Но друзья мои все удивляются, что цветов и птиц знаю я язык. Да, они удивляются. Вы удивлялись, если бы он знал цветов и птиц? Ага. Цветов особенно, да? Особенно мне нравится. Я такой цветов, типа цветов и потом птиц вот так. И птиц, да. Нет, ты просто, нет, ты к ним, ты не надо показывать птиц. У нас не пантомима, понимаешь? Ребят, не превращайте ваши вокальные номера, которые вы поете, в пантомиму. Что такое пантомима, да? Цветов, птиц, солнышко, тучи, злость. Вот не надо в это приглашать. Это на самом деле иногда, да, иногда можно что-то добавить, но прям совсем чуть-чуть, чтобы это не превратилось в какой-то вот ходячий дурдом. Когда злой, значит, я такой. Когда это, знаешь, дети так в детском саду, там и там пришел страшный волк, значит, он пришел, потопал, и волк страшный, да. А птичка летит, да, вот чтобы не было такого, да. Вы уже взрослые, профессиональные люди, если вы здесь учитесь, вы уже профессиональные люди. И поэтому не надо изображать то, что у вас в словах, да. Вот, смотри, друзья мои удивляются, вы встаете, и у вас, значит, левая нога, вы встаете и вот так вот левую ногу на него, да, и на ногу вот поставить, вот, левая, да, вот мы встали, и на него, хоп, на него посмотрели, да, и от него отвернулись, вот прям туда. Вот смотрите, вот у вас показываю, смотрите на меня все, вот у меня прямо, я левую ногу поставила на него и от него туда, вот, смотри. Через экран, вот туда, да, туда. Даже можете вот так с руками сделать, да, типа, ой, тоже мне. Потом еще раз на него и снова от него. Угу. Давайте, с полукруга, когда ударе про тигров и прочих животных. Можете. Да сюда уже. Я люблю тигров, бергодов люблю больших, и к тиранам я давно привык. Я люблю тигров, бергодов люблю больших, и к тиранам я давно привык. Встаем? Да, встаем. Но, друзья мои, все удивляют, что цветов и птиц знаю я язык. На него. Но, друзья мои, все удивляются, что цветов и птиц знаю я язык. Хорошо, да, смотри. Баба. Стоп, да. Смотри, не стой, во-первых, спиной к камере, да, ты как бы и лицом к камере, и лицом к своим друзьям, да. Пошел проигрыш, смотри, вот у вас была такая штука, вы отвернулись от него, теперь Дарья идет на серединку, он у нас серединка, да, а вы вокруг него идете просто вот так вот руки переставляем на пояс, да, и идем, ты смотришь прямо, и сейчас будешь смотреть на них, да, мы мимо него проходим и смотрим, как он одет, что он из себя представляет, оцениваем его, да, пошли просто на проигрыш, та-та-та-та. Да, идем по кругу. Закругляй. Еще. Обступаем его. Вот так. Так. Стоп, смотри. Обошли его, и вот смотри так, чтобы ты оказался вот здесь. Иди сюда. Ты здесь, он, да? Вот ты здесь. Тут где-то двое, и там трое, да? Вот. И теперь будем делать, но, друзья, правой ногой то же самое. Вот вы прошли два кружочка. А можно нам включить кондиционер, пожалуйста? Да. Очень душно. Спасибо. Вот. Обошли два кружочка. Правая нога, где нашли у себя правую ногу. Это не правая. Да. Вот, правая нога, у тебя левая. Где правая нога? Сорян. Да. Вот. К нему, на него посмотрели, и то же самое сделали, отвернулись, да? К нему, и второй раз будет другой, да? Вот только место ему оставьте, чтобы
Как тебя зовут? Ярослав. Ярославу, чтобы было где стоять, да, а то сейчас у нас Ярослав, он падает на все. Посмотрели? А, да, еще раз посмотрели, да? Смотри, стоп. Вот второй раз вы между собой договорились и друг другу как будто бы что-то шепнули, да? Давай, да, давайте будем вместе с ним играть и научим его играть в наши игры, а не с оленями. Да, вот, да, договариваемся. Второй, у тебя друзья. Да, подожди, сейчас, не пой, мы сейчас договоримся, вот, мы договорились, потом, как тебя зовут? Максим. Максим делает, дает так, типа, ну, сейчас будем делать вот такую штуку, да, вот. Знаете, да, такую качалочку, да? Максим первый делает так, хоп, да, да. Ты делаешь второй, так. Делаем пам, 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 пам. Не долбим по руке. И ты последний свою закрываешь, чик. Делаем парам, парам, пуф, отпускаем, да, да. Давайте, еще раз встали, сели. А на вокалист что? Сейчас разложим. Давайте садитесь. Да. Я люблю тигров, беркутов люблю больших. Их тиранам я давно привык. Я люблю тигров, беркутов люблю больших. Их тиранам я давно привык. Но, друзья нога. Мои, все удивляются. Вот сюда. Левая. Левая. Мои, все удивляются, от него. Цветов и птиц, знаю я язык. К нему. Но, друзья мои, на него смотрим. Все удивляются, что цветов и птиц, знаю я язык. Приготовились идти по кругу. На центр, Дарьи. Пошли по кругу. Руки в бок. Смотрим на него. Еще один круг. Все полукруг вокруг него. Но, друзья на него. Мои, все удивляются. Дарья, вернись к нам. Птиц, знаю я язык. На него. Но, друзья, на них смотри. Мои, все головой на них смотри только. Что цветов и птиц, знаю я язык. Пошли. Первый. Да, да, да. Зачем ты закончил? Там вокалист еще. А я вот как раз вокалист сыграл. Еще нужно? Нет, это у тебя как раз вокалисты есть. Да, ты на, ты на вокалист делаешь эту штуку, да? Давай еще раз. Теперь, давай, Максим начинает, делает. А Дарья начинает петь вокалист, давай. Сейчас, да, Дарья. Не вставай, молодцы, ребята. Давайте похлопаем. Да. Да, я думаю, что вы заслужили аплодисменты. Мы благодарим наших замечательных ребят. Они сделали сегодня большую работу, интересную. Вот все как бы с нуля, все в импровизационном стиле. Я думаю, что из вас получатся отличные артисты, отличные певцы и вообще классные ребята. Спасибо. Супер. Мы уже не успеем, у нас уже время закончилось, у нас еще время ответить на вопросы, поэтому я благодарю вас. Да, давайте. Да, наши ребята могут бесконечно, бесконечно петь, бесконечно выступать. Вот такие у нас замечательные дети, которые учатся в хоровом училище имени Свешникова. Да. Спасибо, ребят. Вот они, эти красавцы.
А мы благодарим Екатерину Александровну. Действительно, такой очень интересный мастер-класс. Мы на самом деле, при том, что мы уже много что сотрудники центра повидали разных форматов, сидели и с открытым ртом наблюдали над тем, как это происходит. Может, мы такой коротенький опрос устроим среди ребят, пока они здесь. А скажите, пожалуйста, а вот вам было бы интересно, если бы у вас такие занятия, ну, хотя бы иногда были, вот, вам понравилось? Вам понравилось. То есть у вас таких предметов пока сейчас нет. У вас есть разные, очень много, все, у них много хора, все мы знаем, много вокал есть, фортепиано, сольфеджио. Причем все ребята, вот кто у нас тут есть, они же участники наших разных программ. У нас и играют на фортепиано, и в музыкально-теоретических дисциплинах участвуют, и в хоре поют на хоровых программах. То есть, в общем, они уже приучены к нашей сцене. Но, в общем, этот формат для них новый. Я так понимаю, что он очень сильно вам понравился. Да? Да, кроме того, что они поют, они еще уже все готовые артисты. Можно, вы сами увидели, как абсолютно точно, вот дети не дадут соврать, что они первый раз эту песню слышали, первый раз в жизни делали эти движения, эти задачи, которые перед ними ставились, они тоже сегодня все были ими впервые услышаны. Мне кажется, это прям ребята достойны огромных-огромных лайков, аплодисментов, цветов и улыбок. В общем, они большие. Молодцы, да, только так нашу публику надо заражать. Да, вот публика что-то начала реагировать. Очень интересно, тренинг супер, обязательно будем использовать. Умницы и педагог, и ученики. Ну, коллеги, еще раз скажу, вот сейчас буквально дети пришли, когда к нам вот к началу трансляции, они даже не знали, как зовут Екатерину Александровну. То есть вот эти полтора часа, это было прямо этап вообще первого знакомства. Поэтому вот так вот могут делать большие специалисты своего дела, мастера, могут создавать, как говорится, из ничего сразу что-то. Поэтому мы пожелаем всем успехов, да, Екатерине Александровне, чтобы она реализовывала как можно больше таких интересных детских проектов, потому что, ну, это, мне кажется, самое благое дело, которое только может быть. Мы все воспитываем наше будущее, и как раз вот такие проекты, они закладывают те основы, на которых потом живут будущие специалисты. Спасибо всем большое. Я думаю, что, да, наверное, уже вопросы излишние. А нашим коллегам просто напомню о том, что завтра у нас сбор работ, и понедельник, вторник начинаются дни с итоговой аттестации, а вторая половина дня – это у нас тоже грандиозный, еще один из грандиозных проектов Академии хорового искусства. Все присутствуют, всех ждем на мастер-классах наших гостей, которые приедут нам из Московской консерватории, и из оперы «Геликон». Да, ваши коллеги. Так, коллеги, значит, афиши все отправлю в чат WhatsApp. Все, и ждем на аттестации. Всех благодарим за внимание. Спасибо.